Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео я продемонстрирую, как Форекс-робот DaVinci заработал для своих владельцев 21 537 долларов. Итак, я продолжаю отслеживать результаты, полученные на торговых счетах с помощью робота DaVinci. На данном счете, который работает уже с февраля 2018 года, на данный момент уже 20 месяцев, получена суммарная прибыль с учетом капитализации 1812%. Можно сказать, историческая цифра. На следующем счете прибыль составила 144%, 180%, 439%, 126%. 174%, почти 100%, 125%, 128%, 63%, 464%, 127%, 78%, 80%. Все эти данные я свел в таблицу. В первой колонке мы видим название счета, во второй колонке мы видим, с какого момента началась торговля на данном счете. В следующей графе мы видим прибыль в процентах. В следующей графе прибыль в долларах. Вы можете спросить, почему в трех графах здесь нет никаких данных. Это потому, что владельцы этих счетов скрыли свои данные. И, соответственно, мы не знаем, какую именно сумму робот заработал на данных счетах. Но зато указана цифра в процентах. И, наконец, в последней графе указано, на протяжении скольки месяцев робот торгует на данном счете. Если мы с вами посмотрим самую нижнюю графу итого, то увидим, что на всех этих счетах суммарно робот DaVinci сделал прибыль 4039%, что, конечно, впечатляющий результат. Заработал 21 537 долларов, это не считая тех трех счетов, данных по которым мы не знаем. И, наконец, из последней графы, где указано количество месяцев, на протяжении которых робот работал, мы видим, что суммарно на всех этих счетах робот отработал уже 123 месяца. Часто мы слышим в комментариях, что все Форекс-роботы рано или поздно сливают. Ну что ж, на рынке Форекс действительно бывают неожиданные ситуации, к которым робот может оказаться не готов, все возможно, поэтому и всегда предупреждаем о рисках, что предыдущие результаты не являются гарантией последующих. Тем не менее, сам факт того, что робот DaVinci на всех этих счетах без исключения отторговал уже 123 месяца и получил неплохую прибыль без слива счета, на мой взгляд, очень хороший показатель. Что касается стоимости робота, то у робота DaVinci есть 4 годовых лицензии, то есть оплата каждой лицензии совершается раз в год. Первая лицензия стоимостью 250 долларов позволяет иметь на счету до 2000 долларов и включает одну лицензию. Следующая лицензия стоимостью 500 долларов позволяет иметь депозит до 5000 долларов и также включает одну лицензию. Лицензия стоимостью 1000 долларов позволяет иметь до 15 тысяч долларов на счету и включает уже две лицензии. То есть вы можете иметь два счета и на каждом счете по 15 тысяч долларов. И, наконец, лицензия профи стоимостью 2000 долларов позволяет иметь депозиты до 50 тысяч долларов, причем она включает две лицензии. Таким образом, у вас может быть два депозита по 50 тысяч, суммарно 100 тысяч долларов. Если вы приобрели Форекс-робота DaVinci, то робот может создавать вам прибыль без продаж и приглашений на международном рынке Форекс. Но если вы готовы поделиться информацией о данном роботе, то можно также зарабатывать по партнерской программе. И если вы посмотрите эту таблицу, то здесь видно, что существует несколько видов бонусов. И причем эти бонусы зависят от размера вашей лицензии. Чем выше уровень вашей лицензии, тем больший процент вы получаете. Например, линейный бонус с первого уровня составляет от 10 до 20% в зависимости от стоимости вашей лицензии. Это означает, что если вы кому-то порекомендуете приобрести робота DaVinci,
Если у вас у самого лицензия за 250 или 500 долларов, вы получите 10%. Если у вас лицензия за 1000, вы получаете уже 15%. А если за 2000, то 20%. Также есть бонус со второго уровня. Есть бинарный бонус. Бинарный бонус хорош тем, что здесь есть возможность получить перелив от вышестоящих партнеров. Потому что у каждого есть только два направления, куда он может ставить своих людей. И, например, вот на этом месте встали вы, а ваши вышестоящие партнеры продолжают приглашать, продолжают строить команду. И под вами оказываются вот эти люди, помеченные красным, которых вы даже не знаете. Но эти люди попали под вас переливом, как раз благодаря тому, что ваши вышестоящие партнеры активно строят команду. Более подробную информацию о роботе DaVinci вы найдете на странице под этим видео. Если у вас остались какие-то вопросы, обратитесь к тому человеку, от которого вы узнали о роботе DaVinci. Если вы являетесь подписчиком моего канала, то обращайтесь с вопросами ко мне по контактным данным, которые видите сейчас на экране. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.